Но я считаю, ну, что в дальнейшем, ну, это мое личное мнение, ну и также СМИ, то, что в дальнейшем она будет больше котироваться, если при выезде за границу. Поэтому я решил китайскую, чтобы потом можно спокойно пересекать будет границу. Наши люди некоторые на самолетах летали в Арабские Эмираты, чтобы специально привиться этой вакциной. Вот до того это... Есть люди, которые уралманы из Китая. То есть уже родственники из Китая говорили, эта вакцина хорошая, и они приходили к нам и искали эту вакцину. Вот такие моменты это, в общем-то... И сейчас тоже я смотрю, очень хороший настрой.